подыскивать себе учеников, пытаясь понять, в ком из них отзовется музыка ног. Я искал их по всему свету. Я нашел ее в России. Познакомились мы с ней давно. Кажется, я не представился. Я дух танца. Тэп. Ты хочешь научиться танцевать? Некоторые меня называют чечеточником или даже джигой. В любом случае, я танец ног, нижней части тела и каблучков. Вас уже просят. Я готова. Есть свой язык, очень древний. Я нашептываю его тому, кто его подзабыл. Иногда моя помощь не требуется. Вот ей, например. Она помнит все мои уроки и уже свободно разговаривает на нашем древнем языке. Друг мой, а какой нынче год? Хочется взглянуть на нее в новом времени. Понимаете, что она сейчас сказала? Хотя, впрочем, слушайте, и вы все поймете. Кстати, каждый из вас может понять, что сейчас они тут наболтали друг друга. Прислушайтесь. Слышите? Каждый чувствует смысл сказанного.
конечно, ко мне пришел танец, и мы понравились друг другу. Мы познакомились с ним, когда я была маленькая. Он подошел ко мне, взял меня за руку, сказал: «Ты хочешь танцевать?» Я тогда не знала еще, хочу ли я танцевать или нет. Просто сейчас я еду на работу. Я когда прихожу на занятия, я всегда завожусь. Откуда берется это, даже не знаю. Даже не делайте сложных движений. Не пытайтесь что-то сейчас такое сделать, чтобы быть уверенным. Многие из моих любимых учеников говорят на нашем языке свободно, импровизируют, слагая свою любовь, и даже учат других. Потом появляюсь я и уже слушаю, в ком из них отзовется музыка ног. И так всегда. Однажды он сказал мне: «Если ты будешь танцевать, ты никогда не умрешь». Он учит меня жить. Учит меня, как можно жить, как чувствовать жизнь. Вдохновляет, и ты живешь. Вот некий образ жизни. Степ для меня – это страсть. Роман, длящийся всю жизнь. А может быть, даже и не одну жизнь. Я счастлива только тогда, когда я танцую. И я всегда буду танцевать. И жизни будет мало для моей любви к тебе. По стечению обстоятельств оказался на Бродвее, как вы сейчас мне говорите. Вернулся сюда, стал преподавателем. И на данный момент она является одной из лучших преподавательниц степа в мире. И поэтому для нас большая честь пригласить ее сюда, танцевать с вами, танцевать с коллективом. Вы не поверите, эту девушку зовут, внимание, друзья, Светлана Медведева.